В округе проходит акция «Собери ребенка в школу». 35 юных люберчан получили портфели со школьными принадлежностями. Вручение подарков прошло в торжественной обстановке в Люберецкой администрации. Красочный рюкзак – лучший подарок для Ксюши Беркуловой. Девочка без пяти минут первоклассница и уже отсчитывает дни до момента, когда пойдет в школу. Чтобы узнать все и быть красивой и умной. Большое спасибо, то, что сделали такой подарок. Для нас это неожиданно и очень приятно. Рюкзаки в подарок к новому учебному году получили 35 люберецких детей, для родителей которых собрать ребенка в школу – задача трудная. Это социально незащищенные семьи, многодетные, малообеспеченные, либо попавшие в трудную жизненную ситуацию, которые обратились за помощью в администрацию округа. Ежегодно, уже с 2017 года, мы проводим данную акцию, помогаем детишкам, в том числе нам помогает Совет депутатов, предприниматели, благотворители. В рамках акции «Собери ребенка в школу» семьям помогают также приобрести школьную форму, спортивные костюмы, обувь, канцелярские товары и прочие школьные принадлежности. В этом году благодаря акции помогут 55 семьям. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ,